Юридическая прививка или как избежать проблем с выплатами детских пособий. Специалисты правового отдела Фонда социального страхования проводят еженедельные встречи с женщинами в рамках школы МАМ. Во вторник они побывали в областном перинатальном центре. Серая зарплата, отказ от выплат детских пособий и исчезновение работодателя. Сегодня все чаще женщины сталкиваются с подобными проблемами. Когда я ушла в декрет, собственно, сразу после этого моя компания, то бишь редакция, она перестала вести свою деятельность. Ну и, собственно, вопрос о выплате пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, он как бы под большим вопросом остался. Обезопасить себя от потери законных денег необходимо задолго до родов. Специалисты Курского регионального отделения Фонда социального страхования предлагают бесплатную юридическую консультацию и не только. У нас достаточно квалифицированных кадров, которые представляют интересы мам и в суде, составляют за них все необходимые документы и даже без их присутствия. Поэтому мы сегодня обращаемся к мамам, которые попали в сложную жизненную ситуацию, у которых проблемы с выплатой пособия, обращаться в региональное отделение Фонда социального страхования. Отмечу, с июля 2013 года в соцстрах обратилось уже более 300 женщин. Общая цена решенных вопросов – около 2 миллионов рублей.